Сегодня в программе. За год, пока ему 18 не исполнится, сколько элементов мы сможем получить? Да сама какие подумай. Элементы? Мам, ты вообще о чем? Сейчас вот 9 класс закончил, ты не работаешь. Я одна вас должна содержать, что ли? Я никак не могу понять. Юлии Борсковой и Вадиму Тагильцеву 18 лет. Они любят друг друга и собираются пожениться, как только им исполнится 18. Тогда же Вадим планировал признать сына, которого Юля родила в конце сентября. Однако мама Юли настояла на том, чтобы девушка подала иск в суд. Дело в том, что отец Вадима помогать внуку не хочет и настраивает Вадима против Юли. Я знаю, для чего все это устроено. Они просто хотят поймать хайп на этом. Да. Она хочет попиариться на смерти моего друга. А эту вообще уволили за профнепригодность, она пришла сюда мстить. Анастасия Смолина утверждает, что родила дочь не от мужа Юрия, а от недавно погибшего музыкального продюсера Артура Гордеева. Сама Настя поет в девичьей группе и известна своими соблазнительными формами. Она много гастролирует, и дочкой в основном занимается муж. Юрий не может представить, что дочь ему не родная. Он не мыслит своей жизни без нее. Слушается гражданское дело по иску несовершеннолетней Борсковой Юлии Сергеевны об установлении отцовства ответчика несовершеннолетнего Тагильцева Вадима Игоревича в отношении Борскова Матвея Алексеевича. Матвей сейчас 1 месяц. И о взыскании с ответчика алиментов в установленном законом порядке. Ответчик Тагильцев Вадим Игоревич с исковыми требованиями не согласен. Дело слушается при участии законных представителей истца и ответчика Борсковой Светланы Викторовны и Тагильцева Юрия Степановича. Юля, тебе 17 лет. Ты пришла в суд со своим законным представителем. Свидетельство о рождении. Давай посмотрим свидетельство о рождении. В графе «Отец» Борсков Алексей Андреевич. Скажи, пожалуйста, какие основания у тебя считать, что Тагильцев Вадим является биологическим отцом твоего ребенка? Ваша честь, в свидетельстве о рождении указан вымышленный человек, так как отец Вадима запретил ему идти в ЗАГС и признавать ребенка. Но я уверена, что я родила от Вадима. Я вообще думала, исполнится нам по 18 лет, и мы сами все решим, установим отцовство. Мама сказала, что этим нужно заниматься сейчас. Да, и правильно я говорю, совершенно правильно. За год, пока ему 18 не исполнится, сколько элементов мы сможем получить? Да сама подумай. Да какие элементы, мам, ты вообще о чем? О том, дорогая моя, ты не работаешь. Сейчас вот 9 класс закончил, ты не работаешь. Я одна вас должна содержать, что ли? Я никак не могу понять. У ребенка отец есть. Вот вы, пожалуйста, к нему и переезжайте. И пусть он вас содержит, алименты платит, и все у вас будет как надо. Дело в том, что у Тагильцевых у них есть еще также 3-комнатные квартиры, где Вадим вместе с его отцом, извините, проживает. Так. Мама у них еще была, она умерла, к сожалению. Вот они сейчас вдвоем в 3-комнатной квартире. Угу. Извините, сам Бог велел прописать Юлечку мою вместе с ребенком к отцу, который этого ребеночка ей заделал. А у вас какие-то сейчас стесненные жизненные обстоятельства? Вы сейчас где проживаете? У нас очень тяжелые обстоятельства произошли. Дело в том, что мы вообще проживаем в деревне Искра, Александровский район, Владимирской области. Муж мой, он уснул с сигаретой в зубах. В результате дом сгорел, муж погиб у меня. Вот, мы остались, ну, вообще ни с чем, жить негде. Приютил нас Гена Федотов. Это лучший друг моего покойного мужа. Мы сейчас живем у него. Значит, Гена Федотов, мама его. И вот неожиданно Юлька в Подоле принесла, представляете? Ну, что нам делать? Ну, мы не можем бесконечно пользоваться его добротой. Он, конечно, человек широчайшей вообще души, что взял нас к себе. Но так продолжаться не может тоже. У ребенка есть законный отец и точка. Uh-huh. Вот пускай он к себе Юлю с ребенком и прописывает. Так должно быть. Даже по человеческим каким-то соображениям. Да, хорошо. У суда теперь вопрос к истцу, к Юле. Скажи мне, пожалуйста, при каких обстоятельствах ты познакомилась с Вадимом? Какие у вас отношения? Почему ты считаешь его биологическим отцом я ребенка? Я Вадима с детства знаю. У него дедушка в нашей деревне живет. Поэтому он часто к нему приезжал. То на лето, то просто на каникулы. У нас раньше только дружеские отношения были. Но вот на новогодние праздники Вадим опять был у дедушки. И Новый год мы отмечали вместе в одной компании. Так получилось, что наши дружеские отношения стали более близкими, мы переспали, ну и потом постоянно виделись, гуляли. После новогодних праздников Вадим уехал в Москву. Когда я поняла, что я беременна, я ему позвонила. Он сказал, что я должна родить ребенка,
а потом мы уже скажем его отцу. Я, естественно, спросила, почему нельзя сейчас, нельзя сказать сейчас, но он сказал, что так будет лучше. Отец настоит на аборте. А когда ребенок будет, то деваться-то некуда уже. Вот так и в сентябре я родила ребенка, назвала его Матвей. А, скажи мне, пожалуйста, а потом вы как общались с Вадимом? По телефону? Но, нет, не только. Он приезжал в феврале, в апреле приезжал. В июне приехал на все летние каникулы. Мы гуляли, радовались, ждали ребеночка. Но кто-то рассказал в начале августа отцу Вадима про нас. И отец Вадима забрал его к себе в город. С тех пор мы только переписывались. И когда я родила ребенка, Вадим хотел приехать, забрать меня. Но отец ему не позволил. И... очень обидно, что дедушка не хочет посмотреть даже на собственного внука. Он такой лапочка. Смотрите. Ребенок абсолютно замечательный, просто волшебный. Скажите, пожалуйста, Вадим, почему вы не хотите ребеночка признать? Да я даже не знаю. Отец говорит, что это не мой ребенок. Я все больше думаю, что он прав. Да чего ты не знаешь? Ну, а тут виднее. Ты говорил мне, что это твой ребенок. Ты что, отца боишься? Да никого я не боюсь. Да что он тебе сделает? Ответственность прекращается, слабак. Ваша честь, давайте я все объясню как законный представитель. Я знаю давно уже и Светлану там, и уже заочно знаком с ее дочерью через деда. Я прекрасно понимаю, к чему они все это ведут. У нас есть трехкомнатная квартира в Москве. Все это ведется. Они хотят сделать отцом моего сына для того, чтобы переехать в нашу квартиру и с нас качать деньги регулярно. Они так и сказали, да. Это так и есть. Так это и планируется. Я больше чем уверен, что это ребенок не моего сына. Моему сыну, он сейчас учится в 11 классе. Дальше ему надо поступать в вуз. Ни о каких детях он сейчас думать в принципе не может. Но это не значит, что он не может быть отцом. Вот в чем дело, понимаете? Вадим, у вас были интимные отношения с Юлей? Да, несколько раз, да. Это ни о чем не говорит, потому что у меня сын умный. Я ему всегда говорил, что надо предохраняться. И сейчас в каждом магазине продаются резинки. Да, ну, пап, я смотрел в интернете насчет средств предохранения. Ни одно не дает стопроцентной гарантии. Вообще ничего не дает стопроцентной гарантии. Причем здесь это? Они тебе в уши вот вдвоем надули, ты все слушаешь, сидишь. Они же специально такого дурачка, как ты, подбирают для того, чтобы избавиться от своей дочки и ребенка. Светлана хочет избавиться от дочки, да? Да, она, собственно, именно. Так и сказала. Дочки ребенка, потому что она сейчас планирует выйти. А вам откуда известно ее намерение? Да как откуда? Я давно уже живу в этой деревне. Просто потом я уже переехал учиться в Москву. То есть Светлану же... вы знаете с детства, конечно, тоже, да? Долгие конечно. Годы. Так. Конечно. Я ее знаю много лет. Просто потом я переехал учиться в Москву. В Москве познакомился уже со своей супругой. Вот у нас прекрасный сын Вадим. Угу. Но просто по стечению обстоятельств супруга после болезни 4 года назад от нас ушла. И нас завещала, у нее была своя квартира трехкомнатная, она ее завещала на нас. Собственно, в этой квартире мы сейчас в ней проживаем. И вот эта вот прекрасная семья как раз очень сильно хочет туда перебраться. Ваша честь, Светлана в свое время, она встречалась непосредственно с Геннадием, который сейчас книги забрал к себе вместе с дочкой. Но просто Светлана по молодости его не дождалась из армии. И сама перешла жить к Сергею, и с ним уже расписалась, она вышла из него замуж. Но просто также у нее, насколько я знаю уже от своего отца, жизни так и не сложилось. Потому что сам Сергей постоянно приходил с работы, выпивал, ее избивал. В итоге там Геннадия жизнь также не сложилась, с которого она сейчас живет, потому что он тоже развелся со своей супругой. И в итоге уже потом жил просто со своей мамой. А сейчас, воспользуясь вот данной ситуацией, то, что у них произошло несчастный случай, она осталась без супруга, он ее забрал к себе вместе с дочкой. Но поскольку дом у него очень сильно маленький, им-то, в принципе, места всем не получится. А поскольку она сейчас еще и родила у нее дочь, то они так и думают, куда бы избавиться от них. Ну да. При чем здесь это? При чем? И вообще, какое отношение имеют мои отношения к Геннадию вот к этой всей ситуации, что сын твой подъезд не хочет ребенка признавать? Какое это имеет вообще отношение? Скажи, пожалуйста. Полное. Нет, он мотивы объясняет, почему вы хотите установить отцовство. Почему вот мы должны отвечать за все действия вашей семьи? А кто, извините, вот обрюхатил это девочку еще... мою? Кто это будет ответственность не факт, нести вообще? Этого ребенка. Это факт. Не факт. Я факт. Больше чем вот уверен, что мой сын покажет. Не мог. Он постоянно предохраняется. Он у меня грамотный в этом плане. Он знает, что ему нужно обучаться. Угу. Заметно. Ваша честь, можно позвать дядю Гену Федотова? Позови Гену. У которого вы сейчас проживаете, да, в качестве свидетеля? Да, вот пусть Гена все расскажет. Да, Федотова Геннадия, пригласите, пожалуйста. Ну. Понимаешь, у меня отцовское чувство. Ты понимаешь, чем, я просто чувствую, что это не может быть твоим ребенком. Геннадий, здравствуйте. Я очень хочу, чтобы ты сейчас накормил.
а дальше даже не доучился. Геннадий, вот вы приютили Светлану с ее дочкой, с ее ребенком у себя дома. У вас какие-то матримониальные планы, как я понимаю. Вы хотите на Светлане жениться, да? И вы хотите подтвердить, что ответчик Вадим является биологическим отцом. Да. А как вы это собираетесь подтверждать? Ну, как, понимаете, Юля, она поначалу скрывала свою беременность, но в мае 2021 года это уже стало как бы очевидно. Мы так со Светланой, значит, посчитали. Прикинули. Да, прикинули по срокам. И пришли к выводу, что отец Вадим. Потому что на новогодние каникулы вот эти, да, она с ним просто не расставалась. Там пару дней не ночевала дома, ночевала у этого Степана Ильича. Это дед Вадима. Вадим постоянно у него там живет, когда в деревню приезжает. Ну и, соответственно, мы приняли, ну, так подумали, что это он, соответственно, является отцом ребенка. Мы, значит, поговорили, она сначала не сознавалась, но потом подтвердила это. Показала свою там переписку, где они там обсуждают свои вот эти приключения там и будущего ребенка. Ну, когда вот он приехал на каникулы в июне, мы, значит, попросили Юлю его привести к нам, поговорили с ним. И да, он не отрицает, он сам не отрицает, что он является отцом ребенка. Угу. А какие у Вадима были планы вообще? Вот он собирался признавать тогда ребенка? Он вам это прям так и сказал, да? Да, да, он собирался перевести Юлю вместе с ребенком к себе туда, в Москву, да. Ну, единственное, он просил не говорить об этом отцу до родов. Ну, потому что, говорю, лучше уже подставить прямо перед фактом, ну... Мол, отец его детей любит, там сразу там растрогается, ребенка признает, но Вадим ошибся, и Игорь ребенка, внука, не признал. Ну, я даже понимаю, почему. Дело в том, что в юности вот он ухаживал за Светланой, и, соответственно, присутствие, да, присутствие Юли, которая очень похожа на молодую Светлану, ну, было бы ему неприятно, собственно говоря. Ассоциация. Ну, да, да, да. Ну, прошлое, кому? Да. Отцу Вадима? К отцу Вадима, Игорь, да. Да, он за мной ухаживал. Было бы неприятно, да. А, ну, я считаю, что прошлое родителей и там вот настоящих детей, отношения их, да, не должны как-то конфликтовать и влиять друг на друга. Поэтому, Вадим, давай, забирай вот Юлю с ребенком, и будет отлично, если вот они будут жить у вас. Вот. В конце концов, ты же ее любишь, ты признаешь ребенка. Ну, скажи все как есть, что ты тут... Да я уже сказал, да, да, будь ты мужиком, да. Я спал с Юлей. Ну, да. Мать, видишь, вот видите? В первую очередь она пришла к своим близким и сказала, что ребенок от меня. И я в этом не сомневался, ты понимаешь? Да я-то понимаю. Ты теперь пойми, ты видишь, какие они наглые и напористые? Они так и норовят влезть в нашу квартиру и в нашу семью. Давай сделаем гораздо проще. Ты вот у деда спроси, потому что мы уже сколько не в Москве живем. У деда все это на глазах проходит. Это я от него узнал, что это может быть спокойно, не твой ребенок. Ваша честь. Позовите, пожалуйста, моего деда Степана Ильича. Так, пригласите, пожалуйста, Тагильцева Степана Ильича в зал суда. Кот похотливый, сделал ребеночка моей дочери. Дочь у вас не похотливая, да? Нет, не похотливая, она наивный ребенок. Я соблазнил. Соблазнил. Здравствуйте. Здравствуйте, Степан Ильич. Здравствуйте. Степан Ильич, ну расскажите, пожалуйста, вот чудесный такой у нас малыш. Кто может быть его отцом? Да я больше чем уверен, что Матвей, сын Вадима. Тут... Ты что несешь-то вообще? Да. Ты забыл, зачем тебя пригласил? Ты, сын, не бузи, не кипишись. Я прекрасно помню, зачем ты меня пригласил. Ты не хочешь, чтобы... Но вы говорите явно не то, что хочет ваш сын. Правильно. Он не хочет признавать своего внука. Я знаю даже почему. Почему? Тут элементарно. Да. Он не хочет, чтобы... А чем ребенок может помешать вашему сыну? Он не хочет, чтобы Юля с ребенком переезжали к нему. Не хочет. Потому что он сам собирается жениться. И подруга его, Карина, беременная. Ого. В смысле? Но я нашел выход, который будет для всех удобный. Я просто не думал, что это будет... Юля с Вадимом и с ребенком могут переехать ко мне в деревню. Я даже не подумал. Правнуку на свежем воздухе в деревне. Будет очень хорошо. Ну и мне будет помощь по хозяйству. Да и веселее будет. Сын-то с деревни сбежал. Да хоть правнук с внуком будут жить у меня. Для кого я такой дом отстроил? Мы с матерью думали, что Игорь отучится, вернется к нам. На он. В Москве корни бросил и забыл за нас. Ты просто вечно все переворачиваешь, как тебе это выгодно. Папа, что, правда тетя Карина беременна или что? Да, сын, я не думал, что ты это узнаешь здесь, на суде. Но ты уже у меня взрослый. Можно было бы раньше сказать, знаешь. Да, ты пойми, у тебя скоро будет маленькая сестричка.
И пойми меня правильно, если у нас будет бегать два маленьких ребенка по квартире, мы с тобой оба с ума сойдем, не один я. Да, бедненький, несчастный, конечно, вы с ума сойдете. Зачем вам еще ребенок моей? Да что-то я смотрю, и тебе он рядом не нужен. А кто отец ребенка? Скажите мне, пожалуйста, Светлана Викторовна, а вот Степан Ильич очень хорошее предложение сделал. К нему в его большой деревенский дом переехать. Как вам? А, ну, очень хорошо. В принципе, я согласна. На свежем воздухе мы все вместе будем. Я вообще не хотела доченьку-то от себя отпускать. Просто я за справедливость, чтобы отец какую-то ответственность хотя бы нес, а не только развлекался. Да-да-да, нормально, все получается. Девочку мою соблазнял. Значит, Игорь устроит свою жизнь с подругой своей, да, там, мы с тобой там. Да. Вот, значит, это Вадим с Юлей тоже, там у них все нормально будет. И все, да, отлично. Мы еще лялечку хотели. Мудрый человек, да. Вот этот Степан Ильич. Вот. Да, мы вот хотели лялечку еще родить. Да кто за вас-то молодых подумает? Ну вот. Вы-то как? Откинули детей от себя, и все. Что бы вы без меня делали? Я думаю, всех устроит это предложение. Нам тоже нравится. Я думала, что мы, конечно, в Москву переедем. Но тут тоже удобно. И мама сможет с Матвейкой помочь. И дом мне нравится у деда Вадима. Все, суд выслушал аргументы сторон, показания свидетеля. Пришло время ознакомиться с результатами ДНК-теста. Принесите, пожалуйста, конверт. Как раз ребенок подрастет, и мы будем заниматься. Ты будешь приезжать. Да, всегда все переворачивай, как тебе удобнее. Я в курсе, так и должно быть. Итак, оглашаются результаты генетической экспертизы. В рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей Тагильцева Вадима Игоревича и Борского Матвея Алексеевича. По результатам настоящей экспертизы Тагильцев Вадим Игоревич не является биологическим отцом Борского Матвея Алексеевича. Надо было как? Как это? Не является, Юля, когда отец ребенок? Говорит, да быть такого не может! Я дурак старый поверил, что Юля родила от Вадима. Планов настроил. Сейчас да. Тебя будет на дорогу. Ты зачем меня обманул? Зачем меня развела, Юля? Я не хотела. Мне только один раз не с тобой было. Это нормально. Юля! Я люблю тебя, Вадим. Прости меня, пожалуйста. Кто же тогда отец ребенка там? Ну скажи, кто отец. Ты опять по-своему? Нет, определили, что не наш ребенок. Ну скажи, кто отец. Да ладно, что ты на нее наседаешь? Ну дома выясним, кто там отец. А этим вот ущербным не обязательно знать. Если отец ребенка не Вадим, то это дядя Гена Федотов. Ты что, гонишь? Сожитель, жених твоей мамы? Да. Слушай, ты перегрелась, что ли? Нет, мам, это правда. Вот значит, благодарность за мою доброту. Я теперь крайне, да. Это что, правда, Юля, что ли, у тебя были отношения с сожителем мамы? Вы, это да, что, отвечаете, получилось. Это правда, что ли? Да. Сейчас так, Юля отвечает суду. Так получилось. Юля отвечает суду, тишина. Это сразу после Нового года было. Это когда я только уехал? Да. Мама уехала тогда. Я не хотела. Мама уехала тогда, мы вдвоем остались. Мы поужинали, выпили. Дядя Гена начал ко мне приставать. Я не хотела. Ну, так получилось. Я боялась, что нас выгонят из дома. А куда нам идти? Нам некуда идти вообще. Я тебя люблю, прости меня, пожалуйста. Да пошла ты. Ах ты, кошка драная. Я что, лох какой-то? Да я тебе хотела. Верю. Похотливое ты животное, блин. Лиса похотливая. Да это не я, это твой виноват. Это мой близкий, любимый человек. Мы поженим, мы ребенка близкий. Собирались рожать. Ты понимаешь, а вообще, что ты наделала вообще? Почему у вас к дочери претензии, а не к вашему жениху? А? Кто ноги раздвигал вообще перед моим супругом будущим? А кто руки распускал? Теперь уже все. Да нет, ну вот. Отвечаю. Да ладно, что-то это раскудахтал. Отвечаю, я тебя выгоню вообще, если будешь это выделывать. Нет, Ген, ну вот этого не надо. Ну, рассудить, что ты? Что-то напутали просто. Нет, ну... Нет, выгонять не надо. А куда я пойду-то? Куда я пойду? Еще. Вот теперь. Угу. У нас дома нет, мы у тебя живем. А вам не кажется, что вы как все? Кто знал, что так все получится? Вот вот теперь все иначе. Зачем мне нужна старуха, если вот есть молодая жена с готовым ребенком? Видишь, как все. А вам не кажется, что вы сейчас себя очень непорядочно ведете? Нет, все нормально, все как по... Это жизнь, понимаете? Это жизнь. Вот. А теперь вот подумай, каково вот было мне, когда вот ты из армии меня не дождалась. Я тогда, знаете, свалил из армии с автоматом, хотел их Серёгой замочить там, вот, это просто покрошить, но потом вроде что-то отпустило. Вот. Добрая душа. Вот, да. Ну, зато теперь все, видишь, мы квиты. Будешь теперь моей тещей.
Вот, вот эта ирония судьбы. Спасибо большое. Да нет. Я так рада. Какой да, позор ты вообще, зачем меня сюда потащила? Так бы отец, так бы Вадим признал отцовство и без этих твоих тестов. А теперь что, мне замуж за твоего старика выходить? А то, что ты мне жизнь разрушила. Сами живите, как хотите вообще. Мне ребенок теперь не нужен. Воспитывайте его, я отказываюсь от него. Ну, придется, видимо, воспитывать, раз у тебя сердца нет, ты ребенка бросаешь. Суд удаляется для вынесения решения. Оглашается решение суда. Тишина в зале суда. В иске Борскова Юлия Сергеевна об установлении отцовства Тагильцева Вадима Игоревича в отношении Борскова Матвея и о взыскании с ответчика алиментов отказать. Суд рассмотрел данный спор, в котором сторонами являются несовершеннолетние лица, потому что несовершеннолетние родители имеют право признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на общих основаниях по достижении 14-летнего возраста в судебном порядке. Суд не устанавливает отцовство ответчика Тагильцева Вадима Игоревича, потому что утверждение истца, что ответчик является биологическим отцом ее ребенка, опровергается заключением молекулярно-генетической экспертизы и обстоятельствами, установленными в ходе данного судебного разбирательства. Не признав ответчика отцом ребенка, суд, соответственно, отказывает и в требовании о взыскании с ответчика алиментов. Судебное заседание закрыто. Вот Выпусти. Хорошо. Вот теперь и живите с коллегами. Далее в программе. Я знаю, для чего все это устроено. Они просто хотят поймать хайп да. на этом. Да. Она хочет попиариться на смерти моего друга. А эту вообще уволили за профнепригодность, она пришла сюда мстить. Анастасия Смолина утверждает, что родила дочь не от мужа Юрия, а от недавно погибшего музыкального продюсера Артура Гордеева. Сама Настя поет в девичьей группе и известна своими соблазнительными формами. Она много гастролирует, и дочкой в основном занимается муж. Юрий не может представить, что дочь ему не родная. Он не мыслит своей жизни без нее. Здравствуйте. 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 Слушается гражданское дело по иску Смолиной Анастасии Прохоровны об оспаривании отцовства Смолина Юрия Олеговича в отношении Смолиной Агаты Юрьевны, которой сейчас 7 лет. Истец также подает иск к Гордеевой Владе Андреевне об установлении отцовства покойного Гордеева Артура Игнатьевича в отношении Смолиной Агаты, а также об определении доли в наследстве Гордеева Артура Игнатьевича. Ответчики, пожалуйста, очень коротко вашу позицию по иску. Смолин Юрий Олегович. Позиция очень простая. Агата моя дочка. Мы родили ее в браке. Двух мнений быть не может. Спасибо. Гордеева Влада Андреевна. Мой покойный муж никакого отношения не имеет к дочери вот этой вот певички. Угу. Так. Анастасия, вы замужем за Юрием. Ребенок рожден в браке. В свидетельстве о рождении давайте посмотрим. В графе «Отец» указан Смолин Юрий Олегович. На каком основании, вот сейчас я смотрю, Агате уже 7 лет, вы решили оспаривать отцовство законного супруга? Да, Ваша честь, я замужем, но у меня был любовник, и моя дочь, она рождена от него. Дело в том, что Артур Гордеев, это вот отец моей Агаты, он известный музыкальный продюсер, он очень хорошо зарабатывал. И так получилось, что он сам решил принять участие в съемках. Он часто снимал разные клипы, поехал куда-то в горы, решил без страховки, без опыта отсняться сам, без всяких там вспомогательных штук, и в итоге сорвался в пропасть, упал, погиб. Ну, а моя дочь имеет право вполне на папочкино наследство. Угу. Хорошо. А вот вы так спокойно при вашем законном муже о любовнике говорите. Это для вас норма? Да вообще норма. Меня это вообще не беспокоит. Мы с Юрой разные люди, уже давно у нас практически отношений-то даже нет. У нас разные вообще взгляды на жизнь. Я известная певица, творческий человек. У меня постоянно гастроли. Я работаю, зарабатываю деньги. А Юра... Вы певица, да? Да. А он дома как раз сидит с ребенком. Ничего не делает. Все понятно. Ну что? Ну что, ну почему ты вот это вот все? Зачем тебе это нужно? Почему ты устраиваешь это все? Там меня позоришь себя. Зачем тебе это надо? Придумываешь, что там нет отношений. Ты что-то зарабатываешь? Как это можно? Ну, при чем здесь это? Нет, я понимаю. Хочет она денег.
хочет долю в наследстве для Агаты. Да, я понимаю, долю в наследстве, все логично, как бы так или иначе. Но я, слушай, ну нету денег вот сейчас, да, там на ребенка, но это же вещь временная, я могу пойти педагогом устроиться, работать. Я могу пойти на курсы повышения квалификации, детские образовательные учреждения. Ты да, я буду с ребенком сидеть. Какие почему нет? Ты будешь зарабатывать, это пиво только хлещешь по вечерам. Что ты умеешь? Да. Давай, не лезь, не мешай мне деньги для дочери зарабатывать. Конечно. Скажите, пожалуйста, а как вообще, Юрий, принималось решение, что ребенком занимаетесь вы? Потому что я так понимаю, что мама, истец, ребенком не занимается. Агатой занимаетесь вы, и вы ответственны за ее воспитание. Как так получилось в вашей семье? Да, ваша честь, ну, это не то, чтобы было какое-то специальное решение, просто так это все получилось, ну, само собой, логически. Я тоже музыкант, квалифицированный, профессиональный. Я в свое время получил образование, у нас была группа, мы искали вокалистку, пришла Настя на прослушивание. Ну и постепенно, одно за одно, в общем, у нас начались отношения, мы полюбили друг друга, и в самый день свадьбы вот произошло вот это с моей рукой. Я напоролся на стекло, разбилась витрина стекло, порезала руку, отрезала у запястья сухожилие. Около полугода я восстанавливался. Мы сообща поняли, что ну, мелкая моторика не восстановится, но, в принципе, кисть спасли. Но играть я уже не смогу так, на этом уровне. И мы совместно приняли решение, что я буду сидеть с ребенком, Настя будет записываться, гастролировать, окей. И буквально и трех дней не прошло, она сразу полетела на запись пластинки, ее взяли в девичью группу новую, и она полетела записывать альбом. Как бы я согласился на это, мы договорились, что я буду сидеть. Она могла кормить, у нее было молоко, но она отдала девочку на искусственное вскармливание. Ну, конечно, отдала. Я вообще-то это сделала, чтобы у меня... не были как уж спаниеля. Ты мне потом бы денег дал на импланты? Да у тебя нет денег. Нет их. Настя, ты бы мне не оплатила это. Настя, какие импланты? Как ты не можешь понять вот в сотый раз? О чем здесь музыка, импланты? Голос тут важен. Понимаешь, грудь. Бог с ней, что с ней будет? А ты повелся на голос. Да. Серьезно? Ты да. тоже на них вообще-то повелся. Ты отшил всех претенденток тогда на кастинге и выбрал меня из-за этого. Все, перестань. Скажите, пожалуйста, Анастасия, а вот я так поняла с ваших слов, что семьей вы вообще не дорожите. И, собственно говоря, ваш муж вам полностью безразличен. Вот если он действительно окажется не биологическим отцом Агаты, то кто ребенком-то будет заниматься? Вы девочкой не занимаетесь. На что вы рассчитываете? Я рассчитываю, во-первых, на наследство. Как только я получу деньги, а у нас их пока не очень много, я отдам Агату в пансион. И когда уже все будет в порядке, а это точно будет в порядке, потому что проводилось следствие после гибели Артура Гордеева, и там собрали биоматериал. И его достаточно, чтобы провести экспертизу и доказать, что Агата действительно его дочь, чтобы мы получили наследство. Да, это действительно так. Действительно, судебную экспертизу мы провели на основании биоматериала. Ваша единственная цель – это получить наследство, да? Ну да, просто в данный момент получается... А кто наследники в первую очередь? Ну вот, это Влада, это вдова его там бывшая, она... Типа, как половину должна получить от наследства, а вторую половину должны поделить она и, получается, моя дочь, как только станет ясно, что она действительно дочь Артура. Слушай, вот ты откуда взялась, а? То есть получается, что вы рассчитываете на 1/4? Да. Как положено очень по закону. Очень даже было бы неплохо. Ваша честь, ну неужели мы все тут поверим, что Артур заинтересовался? Вот, да, Артур, ты знаешь, с какими артистами работал? Он работал с мастодонтами сцены. Ну вот эти вот певички из поющих трусов, гастролирующих по провинциальным ДК. Да это же не тот масштаб, это вообще не тот полет. Да чтоб ты вообще понимала, ты домохозяйка вообще. Ты дома сидишь, убираешься, стираешь, гладишь. Он тебя для этого держал в своей квартире. Ты понимаешь, что 8 лет назад было собеседование у меня с Артуром, и все там произошло. Что и все? Дочь моя тоже от него, и я заберу часть наследства. Посмотрим. Скажите мне, пожалуйста, Артур при жизни общался с вашей дочерью Агатой? Помогал вам? Честь, он не общался, не помогал. Он оказался из тех вот мужиков, которые попользовались, оставили, потому что на следующее утро не взял трубки, начал шифроваться, ну, не отвечал, и, в общем, все на этом. То есть он думал, что я алименты, наверное, буду отсуживать. Угу. Скажите мне, пожалуйста, а вот что вы собираетесь Агате сказать? Ведь она знает Юрия как своего родного отца. И тут вдруг раз, получается, что у нее отец совсем другой человек. К тому же он умер. А зачем ей что-то говорить? Она маленькая еще. Какая ей разница, что там свидетельство о рождении будет написано? Она потом вырастет, мне еще спасибо скажет, что мама воспользовалась шансом, этим подарком судьбы. Угу. Она будет благодарна. Угу. Какой ужас. А вот девочка очень привязана к Юре. Она об этом рассказала нашему психологу. Послушайте, пожалуйста. А
Агата, ты с кем сейчас живешь? Папа Юрой, а иногда к нам приезжает баба Вера. Это папина мама. А мама твоя разве с вами не живет? Бабушка говорит, что мама живет в поезде, потому что она со своей группой вечно на гастролях пропадает. Ты скучаешь по маме? Скучаю. Но у мамы есть блог, куда она ролики с концептов выкладывает, да и разное рассказывает. Я как соскучусь, мама по интернету смотрю. А у папы с мамой хорошие отношения? Когда мама приезжает, они вначале обнимаются. А когда маме уезжать надо, папа начинает ругаться. И мама тоже. А потом мама уезжает, и папа плачет. А мне его так жалко, потому что он такой добрый. Он самый лучший папа на свете. А недавно мне мама сказала, что я вообще с папой больше жить не буду. А с кем же я буду жить? С мамой в поезде, что ли? Настя, что такое ребенку говоришь? Ты понимаешь, что это травмирует вообще? Угу. Ужас. Юрий, скажите, вы допускаете, что дочку могла жена не от вас родить? Действительно? Нет, я этого не допускаю. И более того, это как бы... Ну, смотрите, схема вся очень простая. 8 ноября мы поженились. Это было 8 число. Потом я вот с этим лежал около полугода, до апреля, да, в больнице. И в марте мне сказала Настя, что она беременна. Ну, то есть, по всем расчетам, где-то в феврале, да, мы зачали Агату. В феврале. Ну, мне кажется, даже я точно знаю день. 14 число, 14 февраля, день Святого Валентина. Она приехала ко мне в больницу, устроила, ну, так сказать, вечер романтический, да, с продолжением. Угу. И, значит, все, других вариантов нет. И получается, что ровно через год, 8-го, она рожает. Агату снова 8 ноября. Мы еще, помнишь, мы с тобой еще шутили, что вот нам компенсация, помню, да, за испорченную свадьбу. Все, хорош, нет, не помню. Так, давайте посмотрим календарь. Родилась Агата 8 ноября 2014 года, в феврале 2013. Ну, да. Ну вот, вот совершенно очевидно, что они вдвоем зачали свою Агату, и мой муж совершенно ни при чем. А вот вы, действительно, девушка... она могла зачать в феврале, да? 2013 года. Да. Абсолютно. Вы девушка просто аферистка, которая хочет хайпануть на смерти моего мужа и заработать денег. Я вам, девушка, знаете, что скажу? У вас ничего не получится, потому что как только придет тест на отцовство, я вас... засужу. И то, что вы удалите свой вот этот вот паршивенький блог, в котором вы растрещали на весь интернет, что Артур отец твоего ребенка, вам не поможет, потому что я все слила на флешку. Абсолютно. И тот пост, где вы там пишете об отцовстве Артура, я тоже заскринила, так что ничего у тебя не получится. Чтобы потом за клевету привлечь, да? Конечно. Ну, конечно, я подготовилась. А вы не допускаете, что вашему мужу действительно могли быть от вас какие-то тайны? Ваша честь. Вот я не допускаю. Мы поженились, у нас это был второй брак, и у Артура, и у меня. У Артура не было детей от первого брака, а у меня дочь Маша. И Артур ее так полюбил, что прям хотел даже усыновить ее, но вот отец Маши не согласился. Он вообще так любил детей, что я думаю, что если бы он узнал, что у него есть ребенок, никогда бы в жизни не бросил. И поддерживал бы, и помогал бы, да и я бы согласилась. Плохо вы знаете Артура. Ничем бы он не помогал. Он как узнал, что беременна, все, сразу открестился, испугался. Нет, это все неправда. Потому что не он отец. Ваша честь, он 100% отец. Это может подтвердить моя подруга, она знает кое-что. Ира Гудима, позовите, пожалуйста. Она была с нами. Гудимова Ирина, пожалуйста, позовите. В тот день на собеседование. Ох, Влада, как же вы с деньгами-то не любите расставаться, ну признайтесь. А почему я должна расставаться? Потому что вам сложно признать, что какая-то девочка, которая ведет дешевенький блог, которая поет где-то там непонятно, знаменитая певица. Я немножко даже не сдержалась от смеха. Боже, Влада, вы смешите. Здравствуйте, Ирина, проходите, пожалуйста. Откусить решила у меня наследство. Почему? Пускай садитесь, скажите, не слушаю. Скажите, пожалуйста, Ирина, вот Анастасия утверждает, что родила свою дочку Агату от некоего Артура Гордеева. Вы его знали? Ваша честь, вы можете подтвердить, что действительно она от него родила? Я знала Артура. Более того, я была в той компании, когда у них все случилось. Я больше чем уверена, что это его ребенок. Ирка, откуда ты уверена? А при каких обстоятельствах это произошло? Расскажите, пожалуйста. Ну, смотрите, мы с Настей дружим довольно давно, еще в музыкальной школе вместе занимались. И, получается, она очень талантливая вокалистка и вообще крутая девушка, она прям мой кумир. Так получилось, что я школу бросила, она доучилась. Но потом вот связалась с этим неудачником, Юркой, вышла за него замуж. Но тогда-то было еще, ну, казалось, что у них огромные перспективы у группы. И прямо на их свадьбе все эти перспективы... Я так понимаю, Юрий был каким-то выдающимся музыкантом. Да, у него были там якобы какие-то задатки. Он был хедлайнером своей группы.
Но вот буквально на их свадьбе все эти перспективы просто пошли под откос, потому что он полез разнимать драку между своим отцом и дядей и невестой. Да, везде где-то лезет. Зачем вообще? Благодаря твоему бате все. Ему сколько раз говорили не лезь. И вот в этой потасовке так произошло, что ему отрубили руку. Понимаете, руку – это самый главный инструмент, считай, музыканта. Можно без инструмента играть, рука нужна. И вся семья, получается, осталась без денег, без средств к существованию, без каких-либо вообще возможностей. Представляете, в какой депрессии была бедная девочка. Она была просто в трансе, вообще никого не могла видеть, ничем не могла заниматься. Но ей-то надо как-то свою жизнь строить дальше, понимаете? Оставьте в покое, в конце концов. Хватит меня перебивать. Можно я расскажу, как все было, пожалуйста? Да, пожалуйста, продолжайте. При каких обстоятельствах ваша подруга вступила в интимную связь? А я на тот момент пошла работать с администратором в компанию Артура. И он как-то мельком в разговоре упомянул, что хочет уже раскручивать молодых красивых певиц. И я сразу вспомнила про Настю. Она-то как раз мечтала о сольной карьере. Что ей с этим ловить-то теперь? Он говорит, хорошо, ладно, приводи свою девочку в клуб, в котором мы тогда работали. И там была, значит, вечеринка, мы выпивали, все было здорово. Это была вообще вот такая тусовочка классная была. И получается, что в тот момент у них прям искорка какая-то, химия там образовалась, они с ума посходили вообще друг от друга. Ну и как-то сразу так закрутило, что они переспали прям в тот же вечер в душе. Бывает такое, да. Да, ну это, видимо, была прям какая-то невероятная химия. И, соответственно, когда я уезжала, увидела, что они ушли уже вдвоем в комнату и пробыли там прям до утра. Да. Так, понятно. То есть у Анастасии с Артуром был в тот вечер интим. Но она же была замужем. Ну, это же не значит, что она родила от него. Вот. Я больше чем уверена, что она родила от него, потому что там была такая страсть, они вообще не думали о предохранении. Ну, типа, а когда девочка родилась, вот я смотрю на нее... Тоже были отношения? Может быть, она с мужем не предохранялась? Да. Почему вы уверены, что она именно от Артура родила? Я просто, когда девочку-то увидела, когда она родилась, ну, копия Артура. Черты просто... вообще все Артур. Да, и носик, и слушай, ну, прям вообще... Вот, невооруженным глазом видно, что она со мной одно лицо. Чего вы рассказываете? Вообще не одно. Знаете, еще в чем дело? Это же все было сразу после 14 февраля. Я прям помню, там в клубе оставались все сердечки из декора наклеенные. И вот, видимо, тогда это и случилось. Я уверена, что это его ребенок. Слушайте, абсолютно точно понятно, что это ваш ребенок. Это прямо... Очевидно, эти две курицы сговорились. Сама ты курица, никому так, не нужна. Значит так, давайте восстановим события. Мне Смолина рассказала, как она познакомилась с Артуром, что ты, Ирка, привезла Смолину в клуб, но в тот день был там партнер Артура. И я позвонила партнеру и спросила у него, как все было дело. И он сказал, что они все были вместе. Ваша честь, давайте пригласим Пронина. Пусть он расскажет. Это партнер вашего покойного мужа Артура, да? Да, Игорь Львович. Да, Игорь Львович. Он все расскажет. Позовите, пожалуйста. И он докажет и объяснит, что никак Артур не мог быть отцом. Да я же видела своими конечно, глазами, понимаете? Конечно, ты же свечку держала. Слушайте, ну там такая была тусовочка, что там невозможно было ничего не заметить. Там все было слишком громко и слишком очевидно. Пожалуйста, Игорь. Птички мои. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может такое быть, что ваш покойный друг Артур Гордеев является биологическим отцом вот этой чудесной девочки, Агата? Нет, ваша честь, такого быть не может. Почему не может? Дело у него же была интимная связь с мамой, с Анастасией. Он видел ее всего один раз в жизни, это было как раз при мне. В тот раз как раз Ирина попросила нас прослушать свою подругу. Она приехала. Вы были коллегами, да, с Артуром? Мы были коллегами, мы вместе продюсируем очень много проектов. И она попросила свою подругу, говорит, попросила нас прослушать свою подругу. Мы приехали в офис, посмотрели, послушали. Ну, голос у нее, конечно, есть, но больше ничего. Изюминки никакой нету. Ну, полный ноль. Ну, мы об этом ей сразу и заявили. Говорим, ну, из тебя ничего хорошего не выйдет. Мы не станем в тебя вкладываться. Она, знаете, она скандал устроила. Говорит, да как так? Вы ничего не понимаете. Чуть ли не с кулаками на нас полезла. Мы попросили Ирину вывести ее. Что, собственно, и произошло. Они ушли. Ну, и мы с Артуром еще полчаса посидели в офисе, обсудили эту тему и, собственно, уехали домой. Я чуть раньше, он сказал, сейчас... Заберу вещи из офиса и следом за тобой к жене поеду к своей. К жене. Под утро. Ну что, кошелки, не удалось вам меня нагнуть? Да, мой муж. И при этом, да, кстати, видел... А потом-то вы с ним обсуждали Анастасию или нет? Мы ее ни разу не видели, больше не обсуждали. Единственное, я своими глазами просто случайно наткнулся на ее блог, где она пятой точкой крутит и сиськи свои на показ поставляет в обтягивающем белье.
Эй, подбери сейчас. Ну, и все, что? Это весь твой уровень. Вот прыщавые малолетки, которые на тебя смотрят. Да, там есть просмотры, да, их много, но большего ты не стоишь. Да ты больше ничего не достойна. Плевать на тебя и твое мнение. Я набираю миллионы лайков, у меня куча просмотров, а тебе просто завидно от этого. Ты набирай сколько хочешь лайков, но, пожалуйста, память друга моего не трогай. Я знаю, для чего все это устроено. Они просто хотят поймать хайп на этом. Да. Она хочет попиариться на смерти моего друга. А эту вообще уволили за профнепригодность, она пришла сюда мстить. Так кому мстить-то? Трупу, что ли? От него мокрое место осталось. А я вон живая, молодая. Как ты можешь такое говорить про него? Вы все слышали? Вы все слышали? Мой муж любил меня. А вы, девочки... Останетесь направо и налево тебе изменял. Даже, не было, хочу даже не тратить было. Свои... Сколько еще этих детей? Все, суд выслушал аргументы сторон и показания свидетеля. Пришло время ознакомиться с результатами генетических экспертиз. Принесите, пожалуйста, конверты. По-любому не он. Пожалуйста, спасибо. Хоть бы не он. Были проведены две генетические экспертизы в рамках данного судебного разбирательства. Сначала оглашаются результаты ДНК-теста Смолина Юрия Олеговича. В рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей Смолина Юрия Олеговича и Смолиной Агаты Юрьевны. По результатам настоящей экспертизы Смолин Юрий Олегович не является биологическим отцом Смолиной Агаты Юрьевны. Как это возможно, в принципе-то? Нет, ну, по-любому, Артур никак не может быть отцом. Значит, кто-то третий. Кто мог, да. Нет, ну, ты посмотри на нее. Третий там может быть и четвертый. Все хорошо, да. Я говорила. Хорошо, предположим, не я, не Артур, значит, кто-то третий, да? Артур, точно, Артур. 14 февраля больше ни с кем ничего не было. Неважно. Ой, Юрец. Что начинаешь? А я сейчас вспомнил. Почему со мной дочка не может? Ты же на гитаре играл-то хорошо тогда, я помню, лобал, да? Это уже не имеет отношения к происхождению Агаты. Он уже пояснил, что он хорошо, а теперь больше не может. Теперь оглашаются результаты генетической экспертизы Гордеева Артура Игнатьевича. В рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Гордеева Артура Игнатьевича и Смолиной Агаты Юрьевны. По результатам настоящей экспертизы Гордеев Артур Игнатьевич является биологическим отцом Смолиной Агаты Юрьевны. Ну, Артурчик, ну подгадил же ты мне, чтоб тебе там перевернуться. Брат, честно, это просто кайф, вау, здорово. У меня сейчас столько адреналина, это очень-очень круто. Я еще чуть-чуть сомневалась, думала, блин, что вот этот неудачник будет отцом. Фух, пронесло, отлично. Вот все прям вот как надо. Я сегодня такой ролик забабахаю, там у меня куча просмотров будет, лям точно. Вау, все. Как по нотам просто тема прошла, я тебя поздравляю, умница, с тебя прочитается. Я, да, я поняла. Я сомневалась. Ирина, а как это вообще могло произойти? А, вы же ушли тогда. Проня, ну ты мало да, поясните, пожалуйста, вот свидетель очень возмущен. Да там на самом деле не так все было, ну ты же стукач, ты же там созвонишься с женой вот это вот, там, да, разговариваете вы с ней. С чьей женой? Жена, ну, общаемся, мы близко. Просто что? Дело в том, что когда мы вышли... С вами, да? Ну, мы дружим. Мы с Иркой вышли тогда, шли до метро после этого прослушивания. Ну, расстроились, то, что вроде как не собирался у нас продюсировать, меня точнее. Ну. Дошли, закурили, и вот тут он звонит. Типа, девчонки, возвращайтесь. Артур. Сейчас... Да, да, сейчас Пронин, типа, уйдет, а то он это, настукачится жене. А вы давайте возвращайтесь. Мы вернулись, и все, и до утра там... Я еще обрадовалась, что он его слил, потому что он ко мне клеился. Такой, стрёмный, фу, не могу. Да. На себя посмотри. Гордеев такой говорит, клеился, типа, ну вот я, муж, вот, типа, с ним живи. Я думаю, ну ладно, может, рука заживет, может, что-нибудь там получится, может, все-таки популярным да, станет, может, что-нибудь там будет. А он неудачник хватит. вообще слабовольный. Хватит, пришлось с ним жить 8 лет. Ох. Все, супер, все, отлично. Кошмар. Я теперь подам на развод. Обязательно на развод. Бога. Я вообще с ними разорилась до этого, потому что мы жили на территории квартиры его матери. Ну, как не очень красиво было бы уйти. А сейчас все, сейчас будут красиво. Деньги, я сниму хорошее жилье, а Агату в пансион. Четверть? О чем бесед? Пансион. Слушай, Настя, вот ты, как бы ни повернулась, ты имеешь свое, да? Ну, почему? Ну, а какая тебе разница? Забирай. Почему? Я тебя очень прошу. Что ты хочешь? Что вы хотите-то? Я тоже не могу понять. Я очень прошу по-человечески. Я люблю дочь. У нас с ней потрясающие отношения, в отличие, ну, от вас двоих, да? Я тебя прошу, забирай деньги просто, оставь дочку со мной. Да ты свое получила, какая тебе разница заберу. Теперь? Нет, слушай, вот знаешь, сейчас пока вот эти разбирательства идут, сколько там, полгода, да, ну, наверное? Пока сейчас наследство получим, да вот зачем до тебе? Этого времени, вот, ну, можешь, в принципе, побыть с ней. Угу.
Слава, ваша честь, можно я к дочери пойду? Наконец-то ее обрадую, что мы остаемся вместе. Ненадолго, пожалуйста. Разрешите, спасибо. Ради денег все устроено. Я в таком шоке. Я впервые такую человеческую комедию вижу. Все, убедилась. Ты моя хорошая. Привет, привет. Привет, солнышко. Привет. Ну что ты? Что ты? Как у тебя дела? Все хорошо? Что там мама говорит? Ну что, все нормально будет? Хорошо, не волнуйся. Не волнуйся. Чего-то. Все, мы хорошо, и поедем с тобой домой, все будет как раньше. Только еще лучше, ладно? Солнышко, чего-то, хорошо? Ты мой сладкий. Суд удаляется для вынесения решения. Оглашается решение суда. Иск Смолиной Анастасии Прохоровны об оспаривании отцовства ее мужа Смолина Юрия Олеговича удовлетворить. Аннулировать запись об отцовстве Смолина Юрия Олеговича в записи акта о рождении ребенка. Иск об установлении отцовства умершего Гордеева Артура Игнатьевича удовлетворить, установить отцовство умершего Гордеева Артура Игнатьевича в отношении ребенка. Указать в актовой записи о рождении ребенка в графе «Отец» Гордеева Артура Игнатьевича. Признать за дочерью истца право собственности в порядке наследования по закону на 1/4 доли во всем имуществе умершего. Суд аннулирует запись об отцовстве Смолина Юрия, потому что утверждение истца, что супруг не является биологическим отцом ее дочери, подтверждается заключением молекулярно-генетической экспертизы. Суд устанавливает отцовство умершего Гордеева Артура Игнатьевича, потому что утверждение истца, что Гордеев Артур является биологическим отцом ее дочери Агаты, подтверждается заключением молекулярно-генетической экспертизы и обстоятельствами, установленными в ходе данного судебного разбирательства. Суд удовлетворяет и требования о признании за ребенком истца права собственности в порядке наследования по закону на долю в имуществе умершего. Умерший не оставил завещание, поэтому имеет место наследование по закону. Наследственным имуществом является супружеская доля умершего в имуществе, нажитом с супругой в браке, то есть 1/2 имущества, которое Артур Гордеев нажил, проживая со своей супругой Владой. У умершего теперь двое наследников по закону первой очереди. Это супруга и несовершеннолетняя дочь. Поэтому наследственное имущество делится в равных долях между ними, и за каждое из них признается право собственности в порядке наследования по закону на 1/4 долю во всем имуществе. Вам понятно, естественно, да, что половина имущества и так принадлежит супруге покойного, потому что у них оно нажито во время их брака. А вторая половина делится между вами пополам. Отлично. Точнее, не между вами, а между вашей ребенком, дочерью и вдовой. Судебное заседание закрыто. Блин, как я рада. Заседание закрыто. Прошу покинуть зал суда.